Отличная ведь сегодня погодка. Да, зима — удивительное время года. Красота. Кто-то написал, что ли? Ирихон, может быть? Да, но с ним не разговаривали. Так, ладно, кто там у нас? Сообщение от неизвестного человека. Ну, давай посмотрим, что он там мне написал. Привет, команда Форхон. Хотелось бы рассказать вам о том, что существует темный лес недалеко от основной части тайги. В данном лесу существует одна легенда. Легенда о Дитя Тьмы, то есть того самого леса. Говорят, приезжие в данный лес никогда не выбирались живыми, а те, кто пытался туда зайти, моментально передумывали и убегали из-за сильного и страшного воя. Кто же проживает в этом лесу? Вопрос интересный, не правда ли? Вот поэтому я предлагаю вам съездить в данный лес и узнать настоящую правду. Я же знаю, что вам нравятся такие экстремальные дела. Так вот, чуть ниже данного сообщения есть координаты. Можете по ним выдвигаться. Желаю вам удачи. Да... Идея, конечно, интересная, но рисковать тоже не стоит. Тем более, это информация от неизвестного человека. Хотя, я даже знаю, как проверить эту информацию. Нужен только один звонок. Пусть проверит этот имейл. Думаю, у него получится. Алло? Привет, Ирихон. Да, все отлично. Звоню тебе по делу твоей специальности. Так, интересно. Рассказывай, что у тебя там случилось. Короче, мне человек на почту прислал сообщение с предложением поехать в один лес. Недалеко от основной тайги. Вроде называется темный лес. И я хотел бы, чтобы ты пробил данного чувачка. Кто он такой, ну и так далее. Да, понимаю. А ладно, тогда не буду мешать. Тогда как будет информация, позвони. Буду ждать. Хорошо, Флор. Давай. Конец связи. Как будет что известно, я тебе позвоню. Так, ладно. Нужно Томасу позвонить. Рассказать ему про это сообщение. Что он скажет. Может быть, и поедем в этот темный лес. Да-да, Флор, привет. Как ты? Что случилось? Здоров, Том. Все отлично. Слушай, мне тут на почту предложение пришло. Один неизвестный прислал мне жуткую информацию про один лес. Недалеко от основной тайги. Говорят, там живет какая-то дитя леса, которая защищает данный лес от посторонних живых существ. Ну, по типу нас, людей. Он даже прислал координаты, куда нужно ехать. Потому что данный лес по спутникам никак не показан. Как он мне написал, говорят, приезжие в данный лес никогда не выбирали живыми. А те, кто пытался туда зайти, моментально передумывали и убегали из-за сильного и страшного боя. Кто проживает в этом лесу, никто не знает. И поэтому нам поставили задачу. Узнать, кто проживает в этом лесу, и, конечно же, запечатлеть все на камеру. Как тебе такое предложение? Чувак... Это же... предложение нашей мечты. Такого еще ни у кого не было. Это, считай, наше первое серьезное дело. Конечно, я согласен. Ты знаешь, я с тобой чем-то согласен. Но ты же понимаешь, это серьезные риски. Если с нами что-то случится, то все... Я думаю, ты понял, короче. Я понимаю. Но ты тоже пойми. Это, возможно, наш шанс подняться. Если мы его упустим, то будем жалеть, что не поехали туда. переживай, бро, все будет отлично. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. А в нашем случае пива с рыбкой. Умеешь ты все-таки уговаривать, Том. За это тебе отдельное уважение. Флор, ты как? Все нормально? Да, все нормально. Просто переживания есть. Согласен. Есть такой непонятный мандраж. Том, а можешь, пожалуйста, переключить радио? А то одно и то же крутят, уже бесит эти повторные песни. Давай сам, еще тянуться нужно. Ух, Том, как всегда все самому делать нужно. Сука, Флор, тормози! Твою ж мать, Том, что за день сегодня такой? Ты же понимаешь, что мы сейчас могли умереть. Ты это понимаешь? Флор, все бывает. Мы от такого не застрахованы. Даже если бы я сидел за рулем, я бы тоже навряд ли успел нормально, блядь, затормозить. Возможно, ты прав. Ладно, извини. Ты тоже прости. Знаю ведь эмоции эти. Том! Что? Я тут? Где? Мы уже подъезжаем, а ты храпишь как бык. Да хватит тебе, всего лишь на 20 минут задремал. 20 минут? Ты серьезно? Ты уже второй час спишь. Ой, да ну тебя, зануда. Вон там, тормози. Хорошо, хорошо. Как же тут свежо. Красотища! А еще наговаривают про этот лес. Делать вообще нечего. Иди давай вон, вещи готовь. Нам скоро выдвигаться нужно. А то уже скоро ночь будет. А нам еще хижину искать. Если найдем еще. Флор, я готов. Ты как там? Я уже все. И мы, кстати, уже не успели по светлу пройтись. Придется по темноте шастать. Вот это уровень хардкора. До чего мы обезбашенные? Обезбашенный тут только один. И это ты. Сколько дел уже наворотил. Ну все, хватит на меня наговаривать. Достал уже. Да ладно, забей. О, снег пошел. Как всегда, вовремя. Уходите срочно! Ух ты ж, отец! Ты чё так пугаешь? Дед, ты кто? Рабочий местный? Тогда чё тут забыл? Я алкаш, тебе денег дать что ли? Я вам ничего не расскажу. Просто прошу вас, уходите срочно. Вам здесь не рады, иначе будут плохие последствия. Том, он же алкаш. Забей на него. Сразу же видно, что принят. Дедуль, идите проспитесь, а то вдруг проблем себе нахватаете. Недолго вам осталось жить, ребята. Недолго. Лучше бы послушали меня. Ну ладно. Это ваш выбор. Ох ты ж, что там упало? Что за хрень? Куда дед пропал? Чё за шуточки? Мне это уже не нравится. А я тебе говорил, что это место проклятое. А ты экшен, экшен. Как обычно в тех герой играет, а потом потихает спустя время. Ой-ой-ой, кто бы говорил? Экшончик. Пошли давай, а то уже время. И погодь, сколько сейчас время? Ёп, чувак, уже 9 часов, нам пора. нам конец! Том. Чего? Включай ночное видение в камере. С помощью него нам будет легче ориентироваться в метели. Хорошо. Включил? Да, а теперь пошли дальше. Надеюсь, найдем место для переживания ночи. Очень на это надеюсь. Все, вот мы в безопасности. А ты переживал. Ты про себя тоже говори, умник. Короче, нужно как-то согреться. Глянь там, нормальные дрова, не сырые. Если не сырые, то давай разжигать печь. Флор, у меня радостная новость. Дрова, конечно, чутка сыроваты, но ничего, подсушим. Я надеюсь, ты брал охотничьи спички? Не переживай, взял. Ну что, вроде разжег. Теперь остается ждать тепла. Молодец, молодец. Ну что ж, нужно придумать, чем мы и где будем спать. Хотя, вон на печке можешь лечь. Там как раз койка есть. А я пойду посмотрю, что дальше в доме есть. Может, какая-нибудь спальная комната будет. Давай, давай. Я пока дров покидаю. Ух, как же тут холодно-то. Ух, пипец. Ну хотя бы комната с кроватью есть. Но вот спать тут нереально холодно. Так еще и снег задувает. Значит, тут не вариант спать. Том, как там у тебя? Все нормально. Тепло вот уже расходится по дому. Чувствуешь? Да чувствую, чувствую. У меня тут это, проблемка. Что случилось? Пойдем покажу. Ну, пойдем. Ну вот как-то вот такие вот дела. Пипец, как тут холодно. Так еще задувает сильно. Вот и я про это. Как вот спать-то будем? Хороший вопрос. Ладно, я что-нибудь придумаю. А ты это, иди снаружи по хату проверь. Нет ли там никого. Ну так, ради спокойствия. Хорошо, сейчас приду. Давай, будь осторожен. Угу. Чего тут протирает-то, а? Тут и все и так хорошо, ну кроме метели. Твою мать, что за хрень? Ох, Флор, Флор! Чего, Том? Что случилось? В общем, ложимся спать. Там на улице страшные звуки какие-то сдалека. Думаю, оно самое. Все. Супермен боится криптонита, а монстры одеяло. Ты уверен? Точно оно? Никакое там животное? Точно не уверен, но сам понимаешь, каждый звук, каждое действие в этом лесу может дать нам по сраке. Знаю. Ладно. Я тут это, подготовил для себя место. Теперь можем ложиться. Ладно, Флор, давай реально спать. А то у меня сейчас кукуха поедет. Ого. Давай, спокойной ночи. Давай, Флор, добрый. Ишак, просыпайся. Блин, может это козел? Или может ослиха? Том, ты опять за свое. Да хары тебе, надо ж обстановку разрядить. А ты опять со своим недовольством. Ох, замучил ты меня, Том, замучил. Я тебе чай приготовил. Будешь? Не откажусь. Ну что, Сусанин, куда теперь пойдем искать приключения на свою задницу? Я пока ночью засыпал, вспомнил, что взял с собой распечатанную спутниковую карту этого леса. Не знаю, правильно она или нет, но дом на этой карте есть. Значит, шансы увеличиваются. Достань карту в моем рюкзачке, она в правом кармане. Ок. Здесь? Да, вот тут. Угу. Вот она, держи. Благодарю. Так, как я понимаю, мы здесь. Изба находится недалеко от небольшого озера. Предлагаю пойти вот туда. Может быть, найдем что-нибудь? Ну что, может пойдем? Допил чай? Да, спасибо. Держи. Угу. Том, сколько мы там уже идем? Час, два? И где это озеро? Да я откуда знаю? Ты же видишь карту. Вот ты и должен знать. Вон, смотри, мешок свежий. Снегом еще не засыпало. Пошли глянем. Ты уверен? Что-то он не похож на обычный черный мешок. Тем более, он свежий. Даже снега толком нету. Пошли просто глянем. Нам же нужно улики собирать, не забывай. Ну пошли. Фу, ёп, что так воняет? Ух ты ж, бля, чувак, это труп. Черепушка вся в крови, царапинах. Жуть, бля. Твою же мать, черт. Да кто же его так? Бедный мужик. Что с ним делать-то? Предлагаю его по-человечески нормально похоронить. Не оставлять же его так. А то животные сожрут его. Согласен. Давай похороним. Вот и озеро наше родное. Долго мы до тебя шли и наконец-то дошли. Да, согласен. Видишь, вон, кстати, в озере лодка примерзла. Интересно, откуда тут она взялась? Кто владелец? А ну-ка, сфоткай меня возле того озера. Ну так, на память, так сказать. Хорошо, давай. Все, готово? Благодарю. Флор, а давай-ка порыбачим? В смысле? Как? У нас же удочек нету. Каким способом? Все проще, чем ты думаешь. Будем рыбачить, как мой дед. Руками. Ты что, совсем уже? На холодке охладился. Ну а что? Идея классная. Тем более можем еще ее и пожарить. Да, ты не меняешься. Ну как обычно. Зануда. Ну ладно, ладно, погоди. В общем, озеро называют подводным кладбищем. Даже ходят легенды, что в глубине расположены сотни могил домашних животных, которые не угодили собственным хозяинам. Вот скажи мне честно, ты идиот? Почему сразу идиот? Ты историю прямо сейчас придумал или тебе белки нашептали? Что-то ты нас тут задержал, нужно идти, а то вообще ничего из-за тебя не успеем. Ну вообще, ни стыда, ни совести, совсем уже обнаглел. Пошли давай, пес мохнатый. Кто бы говорил. Флор, что там по карте? Долго еще до деревушки идти? Ты же у нас картограф. Во-первых, я не картограф. А во-вторых, деревня у нас будет через этот... овраг? Ну, что сказать? Пришли, блин. Твои предложения? А ты, Белочка, маякни. Может, нам помогут. Перелетим. Погоди ты со своими шутками. Так или иначе, нам нужно перейти на ту сторону. Другого выхода у нас нет. Лезть через горы очень страхово, и у нас нет специальной экипировки. Ну что ж, давай попробуем. После вас, госпожа. Томас, ну ты совсем дурак. Тихо, 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 тихо. Осторожно. Осторожно, дядя. Стараюсь, чувак, не мешай. Фу. Слава яйцам. Томас, переходишь? Слушай, я тут подумал, я как бы не акробат. Давай живо, не выеживайся. Да ладно, ладно, харе бубнеть. Так, осторожно. Все нормально? Да, отлично. Испугались? Обосрался. Флор, мы же в деревню идем. Ну да. А что, забыл, что ли? Да не, просто без гостинцев как-то не очень. Да еще и в хату проситься. Ну с этим да, согласен. Как-то невежливо с нашей стороны будет. Как думаешь, в этой деревушке кто-то вообще живет? То домово не очень хороший собеседник. Они к незнакомцам из города так себе относятся. Где ты этой ерунды начитался? Если опять твой интернет, то я тебя вообще слушать не буду. А чего интернет сразу? Это жизненный опыт, братан. Опыт. Флор, все-таки тут жизнь есть. Ну да, ты прав. Отец, мы туристы. Нам бы погреться чутка. Дай немного о местности узнать. Здорово, ребят. Ну, возле меня есть хибарка. Моего друга, Захарычка. Он город переехал жить, ближе к внукам. Так что дом ничейный. Можете в нем перекантоваться. Вы только это, шторы покрепче закрывайте. И на улицу меньше выходите, чтоб тепло не выпускать. А то дом и так плохо отапливается. Понял, понял. О, здорово, ребятки. А вы откуда будете? Мы москвичи. Приехали, так скажем, поснимать снежные красоты. А, бывало пару раз в Москве. Блин, у вас там все как в лабиринте, хрен пройдешь. И все же по-своему интересно. Ну а что поделать? Москва-Сити. Мужики, поскольку вы гости, приглашаю вас в баньку. А то что, зря топил. С радостью примем приглашение. Согласен, давно в баньке не парился. Так, Олег, ты сначала мне помоги, а потом твоя банька. Бать, понятное дело, о чем ты? Вы не против, если мы с вами пройдемся? Можно, хлопцы, можно. Блин, Том, а у нас же полотенцев нету. Да. Да ничего, свои, да, не жалко. Тома, поддай еще водичку. Ух, как идиот, ух. Давно так не парился. Ух, а подай-ка еще. Давай. А, придурок, холодная! Ой, я просил бросить камни! Ой, не на меня! Сука! А! Не, ну банька, конечно, такая. О! Сынки проснулись. Ну а шо, отец? Утренние петухи не дадут уснуть. Ха, это точно. А Олег шо? Еще спит? Да, спит малый. Мы же вчера, перед тем, как вы пришли, с Олегом деревья на дрова рубали. Вы как вообще? Да нормально. Вот сегодня на охоту собираюсь. Охота — это хорошо. Вы только аккуратнее будьте. Я ночью вой слышал. Кто знает, какая живность по лесу бродит. Тебя не сгрызли хоть? Да нет. Ладно. Может, расскажете вообще о местности там? Что красивого можно поснимать, завпечатлить? А может, и необычное что-то? Ну что говорить, опасно нынче тут. Ночью лучше вообще нос не высовывать. А вся красота у нас, о, за горами. Гид вам нужен. Он в этой деревне? Ой, так, за горами, за лесами. Вы как пещерку до рельса перейдете, в лесу хибарка будет. Ее несложно найти. Там мужик все про лес знает. Родился здесь, жил и живет. Любая белка его знает. Любая? Ну это к слову. Получается, наш путь идет через эту пещеру? Да. Вы только там не шуете, да и вообще. Шо в пещере, шо возле рельс, там все на соплях. Ну ладно, добрый путь, как говорится. Давайте, хлопцы, ни пуха, ни пера. К черту.